Всем привет! Война в Украине не закончится даже в 2025 году, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане. Мой призыв готовится к долгой войне. Что она будет продолжаться, это не произойдет в 2024 году и, вероятно, не в 2025. Мы не видим военного потенциала, который дал бы возможность одержать решающую победу ни одной из сторон. Мы ожидаем затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и утратой территории. Что ж, ситуация на фронте действительно очень сложная. За прошедшие сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение, об этом сообщил Генштаб. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак противников в районах Новобахмутовки, Авдеевки, еще 15 атак возле Северно-Первомайского и Невельского Донецкой области. На Мариинском направлении украинские подразделения продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 17 атак. На Херсонском направлении силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. К сожалению, возможности для ВСУ совершить прорыв, чтобы хоть на каком-то участке фронта значительно отбросить врага, пока нет. Речь идет только о минимальных продвижениях. Не хватает ни людей, ни оружия. В первую очередь речь идет о нехватке средств ПВО, нехватка артиллерийских боеприпасов. В США идет бюджетный процесс, а ЕС тормозит с поставками боеприпасов, но не исключают, что обещанный миллион появится в Украине до марта. А между тем россияне, по примеру Хамас, строят целые тоннели под нашей землей. Они имеют разветвленную траншейную систему, полностью перекрыты ходы сообщения, система водоотвода, подготовлены к ведению огня и замаскированы позиции для стрелков и индивидуальные укрытия. Интересно, что у себя дома они до сих пор не могут построить туалет в доме, а в лесу на нашей земле строят целые подземные города. Также стало известно, что россияне готовят десантно-штурмовые бригады. Институт войны сообщает, со стороны России в ближайшее время будут попытки высадки с вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было во время начальных боев за аэропорт Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года. Но если подготовка российских десантников будет происходить так... Да давай, лей уже! На видео командир сбил и облил холодной водой парня, а ранее распространялось видео, где российские военные раздели и приказали совокупляться. Как им после этого к рюмке не тянуться? Жены только ссорятся, не понимают, что это их Ванька подсел на водку. Я же говорю, пьете вы там как с***ь. Ну, блядь, просто я не понимаю, грубо говоря, 1000 мужиков, блядь, 900 пьют, а 100 вы, которые сидите, блядь, не пьете, не срёте, никуда не ходите, идеальные. Такого в жизни быть не может, вы как телята, блядь, один пьет, значит, и все пьют. Подожди, ну и чё, ходили вы, а куда вы ходили на освобождённую территорию, вы же там всё освободили. Освободили разве что полки в магазинах от бутылок, ибо наши «Хаймарс» эффективно уничтожают технику и живую силу противника по всей линии фронта. Также оккупанты бессильны перед украинскими дронами. Сейчас на левом берегу Днепра наши воины используют FPV-дроны вместе с артиллерией. И по оценкам российского военкора, 90% военной техники оккупантов, например, в селе Крынки, были уничтожены. Поэтому дроны сегодня – это движущая сила. Тепер ми можемо зробити набагато більше, ніж мільйон FPV. Сьогодні більше, ніж вже 200 компаній, які виробляють БПЛА. Чим більше буде технологій, тем больше мы будем стирать врага и оставлять живыми наших військових. Если бы украинцам еще и передали американские самолеты А-10, а также ударные вертолеты, командующие сухопутными войсками, Александр Сырский убежден, украинские военные скорее бы выкурили врага с нашей земли. А пока украинские титаны вынуждены держать фронт и продвигаться только частично. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и не забывайте комментировать видео. Путин отключает отопление в тюрьмах, чтобы зэки шли воевать в Украину, заявила Ольга Романова, основательница проекта «Русь сидящая». Сейчас во многих регионах России температура снизилась до минус 35, чем и пользуется диктатор, чтобы пополнить армию. В России есть три группы населения, которым большинство не испытывает сочувствия, когда они умирают на фронте, подчеркнула Романова.
Это заключенные, это национальные меньшинства, живущие в бедных регионах далеко от Москвы. Это люди, недавно получившие паспорт. В том числе граждане так называемых ЛНР и ДНР. 38 тюрем, 38 тюрем будут построены на оккупированных территориях. Для кого? Для кого? Ни детские сады, да, ни школы, ни больницы. Пока все эти люди воюют в Украине, все остальные могут жить иллюзией нормальной жизни. В российских тюрьмах все чаще вербуют женщин на войну в Украине. По словам Ольги Романовой, сейчас в Украине воюет не меньше 1000 россиянок. Берут на снайпера, стрелка снайпера и, я бы сказала, бомбардировщик огня. Это так не называется, но очень похоже на то, что описывают женщины, чему их учат, что это еще и корректировщик. И оператор дронов. Но если вы считаете, что Путин морозит только заключенных, вы ошибаетесь. В Ростове-на-Дону произошел масштабный блэкаут. Там нет света и отопления. Флешмоб на Вайнвит-Сити. Фонарики в окнах. Держим вас в курсе событий. Всем привет. Небольшой переполох возник в Евросообществе снова из-за Орбана, но сейчас не из-за досрочной отставки Шарля Мишеля, из-за которой Орбан может занять кресло председателя Европейского совета. Там у лидеров Европы есть план, как этому помешать. Голосование на евровыборах состоится 6-9 июня. Первое заседание нового Европарламента ожидается в середине июля. Тогда Европейский совет будет обезглавлен. И чтобы Орбан не занял кресло даже временно, лидеры ЕС попытаются одним пакетом определить именно трех высших руководителей евроструктур еще в середине июня. Речь идет о новом президенте Евросовета, президенте Еврокомиссии и главе европейской дипломатии. Но Орбан не тупой осел, а алчный, поэтому, понимая, что кресло главы немного в пролете, попытается как можно больше оттяпать бонусов сейчас. 1 февраля будет саммит, на котором будет решаться вопрос плана Ukraine Facility на 50 миллиардов евро, который премьер Венгрии ветировал в декабре. Для принятия в это решение нужно, чтобы против не был никто из лидеров стран-членов ЕС. И вот прокремлевский Орбан уже потирает руки, размышляя над тем, что попросить за снятие своего вето. За время войны в Украине Орбан своим пророссийским подхалимством достал в Европе практически всех, а не только Украину. Но Еврокомиссия воздерживается от жесткой критики и готова пойти на уступки Венгрии, чтобы она сняла вето на выделение Украине 50 миллиардов евро. Венгрия как бы заявляет, что может снять свое вето на пакет помощи от ЕС при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год. То есть в 2025 году Орбан получит право приостановить оказание помощи. Венгрия сможет инициировать пересмотр условий помощи Украине, в том числе, чтобы оценить, нужна эта помощь и выполнила ли Украина условия для ее получения. Что ж, давайте немного поподробнее об этой плохой овце относительно Украины в ЕС – Орбане. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан давно известен своими антиукраинскими высказываниями и позициями. Премьер-министр Венгрии утверждает, что Украина не может выиграть войну, поэтому ее союзники должны убедить ее добиваться немедленного прекращения огня с последующими переговорами. Орбан выступает против санкций ЕС в отношении российской нефти и газа и отказывается разрешать военной помощи ЕС или НАТО поступать в Украину. Говорит, что снабжение оружием Киеву только продолжает агонию. Он видит Украину не как будущего члена Евросоюза, а буферную зону между ЕС и Россией. Это взгляд, который не очень отличается от видения Владимира Путина по поводу нейтральной демилитаризованной Украины. Сам Орбан является давним политическим игроком в своей стране и лидером партии Фидес. С 2010 года он возглавляет правительство Венгрии. Причем занимал этот пост еще в 1998-2002 годах. В начале своей политической карьеры он жестко критиковал Россию, призывал не допустить, чтобы Венгрия
Венгрия снова попала в сферу влияния Москвы. Однако после 2010 года политика резко изменила курс. В 2017 году The Insider писал, что российские власти могут иметь компромат на венгерского лидера. Как стало известно, в середине 90-х он был причастен к коррупционным схемам российского криминального авторитета Семена Могилевича, который тогда жил в Будапеште. И будто Орбан мог получить от преступника чемодан с миллионом немецких марок как вклад в предвыборную кампанию. И будто подтверждающая это видеозапись находится в Кремле. Кроме личного компромата, которому уже за 30, Орбан сделал и всю Венгрию зависимой от РФ, посадив на газовую иглу и нефть. 85% потребляемого в стране газа и 60% нефти поступает из России. Также Орбан имеет совместные с Россией бизнес-проекты. Так, в 2014 году Росатом получил контракт на строительство 2 энергоблоков на венгерской АЭС «Пакш-2». Стороны договорились, что Москва профинансирует до 80% стоимости проекта, предоставив кредит в размере до 10 миллиардов евро. При этом одним из основных венгерских субподрядчиков выступил давний друг премьер-министра, олигарх Лоренц Месарош. Еще один приближенный к Орбану бизнесмен, а ныне министр обороны страны Кристоф Салай Бобровницкий, в 2019 году стал владельцем половины акций российско-венгерского консорциума Transmash Holding Венгрия. Более того, Орбан убежден, что его пророссийская оппозиция сделает его более значимым игроком, чем если он откажется от дружеских отношений с Россией и вернется на Запад. Но хочется пожелать дяде Орбану помнить о чувстве меры в списке своих прихотей, потому что отсутствие мерила может сыграть порой злую шутку с человеком. Если премьер Венгрии Виктор Орбан все же заблокирует основной план на 50 миллиардов евро, по данным СМИ, Евросоюз готовит план «Б» с 20 миллиардами евро финансовой помощи для Украины. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и комментируйте видео. Нам интересно знать ваше мнение. Во французском городе Марсель началась 30-дневная операция по борьбе с грызунами, которая терроризирует муниципальные офисы. Марсель, считавшийся много лет жемчужиной Франции, давно стал проблемным регионом. Как передает BFM TV, мыши перегрызают кабели, оставляют мочу и экскременты на оборудовании. Несколько месяцев назад сотрудники одного из офисов нашли в чулане крысят. Нам приходится чистить клавиатуры, потому что грызуны ползают всю ночь. Мне приходится очень сильно топать ногами, чтобы их напугать. В декабре местные власти уже пытались избавиться от вредителей, но это не помогло. Основной проблемой в такой ситуации является неисправность в общих канализациях. Появление грызунов приводит к антисанитарии, а также животные могут быть переносчиками опасных болезней. Крысы любят заводиться в таких местах, где большой процент влажности и есть доступ к продуктам питания. После того, как происходит неисправность в канализации, общественных туалетах и душах, большая вероятность, что именно тараканы или крысы будут выходить и в жилые дома. Ну что ж, вот такие новости. Вы пока подпишитесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, понравилась вам эта новость или нет. Для нас это очень важно.